Кто вас сюда затащил? Сами залезли? Бедные лисы, у них все забирают этот гамак. Шер, это же не твое место. Вот так взяли, территорию отобрали. И как с этим, скажи, жить? Всем нужен гамак. Вот это приучишь котят тут быть, потом придет енот, ляжет сверху своим телом и придавит котенка. Показала новое место, это ж надо. Шло, ну что такое? Иди сюда. Иди спасай свою жену, куда она котят затащила мне. Да не, она даже не затащила, она, наверное, туда зашла, а не за ней. Шломи, иди, я тебя пожалею. Шломи, иди, помогу. Кричит, помогите. Иди сюда, Шломи, бегом. Бегом, иди, помогу. Иди сюда, иди, помогу. Смотри, здесь твои дети. Дети. Ой, такой дети красивые. Играться уже начинают, а кушать еще не начали. Они не успевают распробовать. Я им что не положу, чтобы они пробовали. Да, Саш, уже будку заняли. Уже там позанимались. Уже сегодня... Так я вот тоже подумала. Где еще в спальне? Еще не выходил. Вот уже. Вот уже любить. На съемку еще не вышел. А я там мышку оставила. Там никто мне не вылезет. Вот это мы такое место нашли. Вот это котятам понравилось. Мало того, что тут целый дом. Тряпочки висят. Ой, а там вообще шикарно. Мне кажется, когда котята уже научились играть, они должны уже научиться и кушать. Они, наверное, специально же не кушают. У меня уже желающие сесть забрать их. Запросят. Я покажу. Я вам могу отдать, когда они еще даже не ели. Я сказала, как начнут хорошо кушать, потом я буду смотреть, чтобы они неделю хорошо кушали, дней 10, а потом пока отдам. Так что у нас еще можно... А играются уже? Ой, какие игрушечные. Я тебе сюда что, звала? Тоже туда хочешь? Там и так их трое, честно. Не, там не кушают. Какие козивые, такие козивые, такие попы козивые. Шломи, ты делал, старался. Да. Пришел папочка на помощь. Вылизывать своих детей. Ты туда уже никак не влезешь, там тесно. Там мою мышку не забрали, пока? Все нормально, мышка не Mm-hmm.
что ты хочешь? Что ты хочешь? Туда, там занято все. Смотрите, кто идет. Ваша тортила любимая. Они уже по черепахам умеют бегать. Да. Выходи, пойдем играть. Иди, выходи. Выходи, зайчики. Не, они не будут выходить. Ты хочешь? Что? Пришел мне помогать. Мы уже проголодались. Сейчас у нас будет обед. Сосиску захотел. Да? И папа пришел.